хочу поблагодарить от всей души патриарху Кириллу Московскому и всей Руси. Ваше святейшество, благодарим за ваше благословение, за то, что погибают люди и проливается кровь, за то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим ваше святейшество за большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. Кто-то будет отвечать за эту кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, которые стали сиротами. Вы будете отвечать. Те, которые знаете благословлять войну, кровопролитие, поймите правильно, вы ответите перед Богом, не перед людьми. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку вы ответите перед Господом Богом. Это так не прощается. Вы ранили весь украинский православный мир. Вы ранили нас. Вы принесли нам большую боль. Не ищите правды и оправдания себе.